Для вас сюрприз. Я приглашаю вас в путешествие. В путешествие в поисках себя. Путешествие в самопознание. Путешествие в самореализацию. Я приглашаю вас в путешествие в холистическое движение. Холия — это святость. Холономность — это целостность. Нам часто кажется, что наша жизнь состоит из разрозненных событий, отдельных чувств, происшествий, совпадений и несовпадений. Но стоит нам отойти от этой картины на шаг дальше, и мы видим, как эти яркие, пастозные пятна превращаются в целостную композицию нашей жизни, в холономную композицию нашей жизни. Нашими проводниками будут деятели этого движения, его лидеры. Они и философы, и поэты. Их можно назвать и религиозными, и эзотерическими деятелями, и психологами, и медиками. Но на самом деле, скажу вам по секрету, это волшебники. И еще открою вам тайну. Каждый из нас может стать таким волшебником. Пойдемте. Хочу вас познакомить с одним из лидеров холистического движения и российского, и международного, Сергеем Всехсвятским. Сергей, на твой взгляд, что есть такое холистическое движение? Для меня холистическое движение – это прежде всего попытка, и сейчас уже достаточно успешная попытка, найти целостность человека, найти гармонию различных аспектов его жизни. И прежде всего трех основных, которые можно назвать так. Аспект его личного существования, то есть его здоровье, счастье, благополучие в отношениях к семье и многое другое, что мы вкладываем в понятие личное счастье и благополучие. Аспект социальный. То есть, насколько успешно человек может давать социуму в своей работе, в своем творчестве, и насколько успешно социум может давать человеку те возможности, которые необходимы для реализации. Потому что от здоровья каждого человека зависит здоровье и города, и страны, и всей Земли в целом. И третий очень важный аспект – это аспект трансперсональный, то есть заличностный. Есть нечто, что больше каждого из нас. Есть нечто, что глубже каждого из нас как личности. Это нечто нас объединяет, и неважно, каким именем мы это называем – Бог или природа, или жизнь, или Дао. Важно, что за личностью человека находится некое единое целое, и это единое целое должно быть познано, должно быть прочувствовано, и тогда гармония личного, социального и вот этого целого неизбежна. Мы встречаемся сегодня с вами на конференции международной, 7-й конференции по свободному дыханию. Ее организатором и главным действующим лицом является Сергей. Называется конференция «Ребенок и пространство». Сережа, расскажи о своей многолетней традиции, о своем опыте этих конференций, пожалуйста. Эта конференция есть часть международного фестиваля, который называется «Тело, дыхание, дух». Мы проводим ее уже в 7-й раз в этом месте, мы очень любим это место. Ее основной целью является собрать людей, работающих с дыханием и другими техниками внутреннего развития человека со всего мира. Сейчас здесь присутствует около 200 человек, и каждый раз собирается так много людей со всего мира. Из России, из Австралии, из США, из Италии, даже из Японии в первый раз.
А мы собираемся в июне каждый раз на неделю с тем, чтобы праздновать и учиться, и помогать друг другу обретать все большую целостность, обретать все большую профессиональную эффективность. И потом каждый едет к себе домой и передает то, чему он научился здесь. Сережа, ты свободно дышишь? Сейчас я немножко волнуюсь, а вообще я дышу все свободнее и свободнее с каждым годом. Одним из лидеров международного холистического движения является наш соплеменник Владимир Майков. Владимир является основателем и директором трансперсонального института, кандидат философских наук. Володя, когда мы часто встречаемся в своей жизни с неординарными людьми, будь то художники, поэты, религиозные деятели или шаманы, нам всегда кажется, что эти люди ходят другими тропами, обитают в каких-то иных пространствах, живут совершенно отличной от нас жизнью. И ваша деятельность, насколько я понимаю, заключается в том, что вы протягиваете руку людям, которые не считают себя неординарными, и открываете для них удивительный мир и приглашаете их в удивительные путешествия. Что это за путешествие и как можно попасть в это пространство? Ну, прежде всего, я считаю, что все люди неординарные. То есть в каждом человеке существует возможность и зерна быть творцом. И те люди, которые приходят к нам в институт, это люди, в которых горит это пламя, Божья искра, как говорил один из моих учителей, философ. И люди беременны уже грядущим путешествием. Мы в институте действительно ведем семинары, которые помогают людям сориентироваться в таком поиске себя. Этот поиск часто бурный, неистовый, поиск волшебный. Потому что для того, чтобы найти себя, нужно пройти через многие преграды и многие запреты. Знание это нетривиальное, и нужно пройти через срыв многих масок. Знание бывает болезненным. И только пламя Духа, которое горит, может помочь пройти через эти сложные преграды. Путешествие, которое мы приглашаем людей совершить в нашем институте, это путешествие самопознания, путешествие, которое можно назвать путешествием героическим, путешествие в поисках знания о себе, о людях. Дело в том, что сами условия такого путешествия предполагают некоторый предельный опыт. И предельность, о которой я говорю здесь, состоит в том, что мы должны выйти за свои привычные границы, за свою нормальность. Такое путешествие тем самым становится выходом в безумие, выходом за пределы нашего «я», за пределы наших ролей, в сторону чего-то более широкого. По сути дела, вот трансперсональная психология и началась примерно 25 лет назад как теоретическая и практическая дисциплина, изучающая и помогающая людям превозмочь себя. Об этом говорил еще Фридрих Ницше в своей книжке, так говорил Заратустра. Герой Ницше, пророк Заратустра, как заколдованный, повторяет почти на каждой странице: человек есть нечто, что должно превозмочь. Человек – это мост к чему-то другому. Человек – это проект, это семя будущего человека, который, кстати, православные философы, начиная от Владимира Соловьева, называли Бога-человеком или иногда человека-богом. Вот в таком превозмогании себя происходит смерть обычного человека, смерть «я». И это, конечно, сопряжено с ломкой прежних психологических структур. И, конечно, для того, чтобы совершать такое путешествие, человеку требуется квалифицированная помощь. Трансперсональная психология в попытках оказывать такую помощь изучает самые различные человеческие практики – целительство, практики шаманизма, практики работы в необычных состояниях сознания, трансовые практики, которые до сих пор активны и хранятся во всех духовных культурах. Володя, насколько я знаю, в течение своей жизни каждый человек сталкивается с
так называемыми измененными состояниями сознания. Будь то творческий порыв, будь то личные контакты, будь то для женщин проход через беременность и роды, будь то сновидение. Мы каждый знаем, что это такое. В рамках вашей программы конкретно, что вы можете предложить людям вот из этих проходов, из этих путей? Как пролагаются эти тропинки? Измененное состояние сознания, о которых, как вы справедливо сказали, мы каждый знаем из своего собственного опыта, не самоцель. Они, естественно, возникают, когда мы изменяемся. Любое изменение, любая новизна приходит к нам в наш мир, в мир каждого отдельного человека и в мир человечества как нечто иное, как безумие, как ненормальность, как изменение, как состояние предельной интенсивности, прозрения какой бы то ни было истины, истины о себе, истины о мире. Измененное состояние сознания органично возникает, когда мы от своего повседневного сознания стремимся к чему-то более целостному. На пути от нашего сознания к целостному состоянию лежит целый спектр измененных или, как более точно говорят, необычных состояний сознания для того, чтобы не нести в самом термине некоторый пугающий контекст каких-то изменений. Это просто неординарные, необычные состояния. И мы их испытываем каждую ночь во сне. Мы их испытываем, когда мы становимся детьми, когда мы выходим за рамки взрослого мира приличия, когда мы творцы. Безумная интенсивность, безумная пластичность – все это измененное, необычное состояние. И любое изменение всегда происходит, воспринимается нами, когда мы меняемся, как изменение нашего состояния, как расширение его границ, как изменение его внутренней конфигурации. Новые эмоции, новые чувства, новые переживания приходят. Все это спектр необычных состояний. Мы говорим также транс. Транс – это общее имя для всех подобного рода состояний. И именно любые значимые изменения, будь то исцеление от болезней соматических, от болезней психических, от неурядиц жизни, всегда происходит, имеет в качестве звеньев целый спектр такого рода состояний. Так что это не самоцель, это просто часть процесса роста. К Владимиру Майкову можно попасть на его удивительные, очень интересные семинары. Но кроме семинарской и научной деятельности, Владимир очень активно занимается изданием очень важных и нужных книг. Если можно, два слова об этом. Мы издали уже 8 книг в серии «Тексты трансперсональной психологии». По издательской программе я надеюсь в течение ближайших 2 лет опубликовать лучшие шедевры трансперсональной психологии, мировой трансперсональной психологии. Сейчас в редколлегию издательской серии вошли все крупнейшие трансперсональные психологи мира, которые присылают рукописи своих даже не опубликованных книг. Так вот сейчас последняя книга Грофа «Космическая игра» у нас в рукописи, мы ее переведем, обязательно издадим. Это книги о духовном опыте, книги о шаманизме, книги о работе в необычных состояниях сознания. Это книги, которые могут служить нам компасом, маяком, руководством по тому, как изменяться, как, что самое главное в этом процессе такого рода изменений. Мы также публиковаем целую серию шаманских книг. Совместно с издательством «София» книги в серии «Миры Карлоса Кастанеды». В этой серии опубликована книжка гениального психотерапевта, основателя процессуальной терапии Арнольда Минделла, дао-шамана. И мы также готовим сейчас к изданию еще 3 книжки этого замечательного мастера, мастера даоса. Целая серия книг по осознанным сновидениям готовится к выпуску. Одну из них, книжку Стивена Лабержа, исследование, и Ховарда Рейнгольда, «Исследование мира осознанных сновидений» мы издали. Это книжка о том, как быть сознательным в своих снах, как управлять своими снами. Ведь мы за 75 лет своей жизни 23 года проводим во сне. И часто это не лучшие годы. Часто, в силу того, что мы живем сумбурной жизнью, у нас масса проблем, наша сновидческая жизнь становится кошмарами, которые отнимают у нас силы, которые пугают нас. Гораздо лучше проснуться в своих снах.
и использовать их как средство и место работы, творческих открытий, прогулок, полетов. Мы можем это делать. Кстати, Трансперсональный институт сотрудничает с Калифорнийским институтом осознанных сновидений, который разработал вот такой симпатичный прибор, который называется «Новодример». Это личный тренер. Он нейронавт, человек, который путешествует в осознанных сновидениях. Когда мы спим, по быстрым движениям глаз, это момент сновидения, прибор определяет это и посылает нам сигнал, звуковой и световой. И опознав этот сигнал во сне, мы можем, оставаясь в сновидении, проснуться, понять, что мы спим. И поняв, что мы спим, мы можем начать летать, мы можем решать свои проблемы, мы избавляемся от страхов, мы экспериментируем, мы познаем мир. Это удивительная область, и я считаю, что за этим большое будущее. Игорь, сегодня на конференции, на процессе у Володи Майкова, у вас был очень красивый, классический процесс. Это не первый процесс в вашей жизни? На самом деле первый. Мне до этого не приходилось участвовать ни в конференциях по свободному дыханию. Я не был знаком ни с ребёфингом, ни с голотропным дыханием. А что вас тогда привело сюда? Ну, наверное, специфика профессии будущей. Я учусь на психологии и хотел бы, конечно, узнать многие вещи, связанные с этим. Наверное, поэтому. Ну... Каково родиться заново? Ой, это здорово. Вот у меня сейчас еще не прошло какое-то опьянение. Это настолько здорово, это непередаваемо просто. Я не знал, как пахнет воздух до этого. Вот теперь впервые почувствовал. Классно, просто классно. Как будущий психолог, как специалист, что подобное проживание может давать людям? Ну, наверное... Принятие себя, наверное, таким, какой ты есть. Потому что я четко понял, что в начале процесса у меня было большое сопротивление. То есть я не шло что-то. А потом, когда прорвало, просто не то, что не мог остановить, а просто не хотелось. И не нужно было, наверное. Это было очень здорово. И я думаю, просто люди могут получить некоторое раскрепощение и вот... Что очень важно, это принятие ответственности на себя, за себя. Принятие себя таким, какой ты есть, и, наверное, любовь и уважение себя. Все мы родом из детства. И в этом вы сами убедитесь еще неоднократно. Но стать первоначально человеку, здоровым, счастливым, движущимся и развивающимся, помогают сотрудники Центра родительской культуры «Аква». Татьяна Саргунас и Алексей Саргунас. Они руководят этим центром. Таня, что такое духовное акушерство? Духовное акушерство – это очень объемное понятие. И слово «акушерство» здесь не очень удачно. Хотя оно уже как бы приросло. Потому что слово «акушер» с французского означает «лежать». А как лежат ваши женщины? Наши женщины рожают, конечно же, только на корточках. И духовная акушерка, она... должна, как бы может подготовить супружескую пару к самостоятельным сознательным родам, что является для супружеской пары инициацией. Инициацией и неким проходом на новый уровень, на новое качество семьи. И такая подготовка, она необыкновенно важна. Кроме того, духовная акушерка еще поддерживает во время этого прохода супружескую пару. Для того, чтобы указать какие-то, расставить какие-то вехи на их пути, чтобы для них это прошло более осознанно, и чтобы они не тратили много энергии на сомнения, на какие-то. Вот, пожалуй, вот так о духовном акушерстве можно было бы сказать. Герман Карельский является директором Центра психологической адаптации и работает совместно с Центром родительской культуры «Аква». Герман, что можно посоветовать взрослому человеку? Как ему помочь решить те проблемы, которые, ну, сложились в его детстве? Так оказалось. Для этого существует так называемая трансперсональная психология. Это способы работы в измененном, расширенном состоянии сознания. И проходя определенные техники, человек может погрузиться в период
от зачатия до рождения, то есть вспомнить на уровне тела, прожить все переживания, может вспомнить собственное рождение, может вспомнить негативный материал из биографического опыта. И из расширенного состояния сознания, проживая вот эти вот актуальные для человека проблемы, которые вот на самом деле человек носит в себе и не может никак трансформировать, вот из этого состояния сознания человек может извлечь уроки и превратить свои проблемы в союзников. Алексей, Филадельфийский институт в свое время дал Алексею почетное звание профессионального отца. Алексей, как можно благословить мужчин, которые берут на себя ответственность за рождение собственного ребенка? Дорогие мужчины, не отдавайте своих женщин в роддома. Берите ответственность за появление вашего ребенка на свет в свои руки. Если каждый мужчина, я в этом глубоко убежден, будет видеть рождение своего ребенка, появление на свет, от этого мир станет только лучше. Такие вещи вообще показывать, это, ну как бы, я считаю, что это нарушение профессиональной этики. Вопрос этот интимный, то, что происходит с человеком на процессе, а на процессе часто происходит очень неудобно варимые, скажем, вещи, человека может корчить. То есть есть ощущение, что происходит какое-то просто сумасшествие. Как будто люди наелись наркотиков, что они находятся под каким-то зомбированием, гипнозом. На самом деле, это просто измененное состояние сознания, вызванное не какими психоделиками, не какими гипнозами. Человек при помощи техники, при помощи инструктора, при помощи побуждающей музыки, при помощи создания определенной аудиовизуальной атмосферы входит в измененное состояние сознания. Зачем? Затем, чтобы поднялся бессознательный материал. Вот мы живем с тобой, да? И мы живем и думаем, что все нормально, все в порядке. Но мы же имеем кучу проблем. Правильно? Где эти проблемы? В черном ящике подсознания. 80% нашего черного ящика – это подсознание. И вот представь себе, что вдруг техника – это маленький ключик, который открывает дверку в это бессознательное, и оттуда выходит. Что оттуда выходит? Выходит. И что выходит? А часто и вылазит, между прочим. А часто и выползает такое, что жутко просто становится. А куда с ним потом его обратно запихивать или на природу выпускать? Что делать с этими монстрами, Леша? Вот этих монстров нужно прежде всего на них посмотреть, увидеть, обозначить эту проблему, и тогда с ними можно уже работать. Потому что не видя, мы будем бояться этого еще больше. Как с ними работать, Леша? Как с ними работать? Вот смотри, вот, скажем, в бессознательном состоянии, в глубоком детстве, мы все получили травму в наших прекрасных, в кавычках, советских роддомах. Да. Где? Конвейер, жуткая система, где я считаю, что мужчины отдают своих жен, я грубо скажу, на коллективное изнасилование, понимаешь? Добровольно. Добровольно. Женщинами делают там просто жуткие вещи, безобразие. Это уже не секрет. Голландия, высоко развитая культурная страна, там, например, 60% женщин сейчас, современных цивилизованных женщин, предпочитают рожать дома в окружении соответствующих духовных акушеров. Мы, как привыкли к этой советской системе конвейера, так и остаемся в ней до сих пор, но только уже за большие деньги. Так вот, те травмы, которые мы получили в этих роддомах, они работают всю жизнь. Человек ходит с этими травмами весь перекошенный, искорюженный. Потому что я не буду перечислять все эти жуткие вещи, вот, то, что происходит в роддомах, но мы это просто знаем. И это знает, наверное, каждая женщина, которая соприкоснулась с этим опытом. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Ты счастливая женщина. Я счастливая женщина. Ты счастливая женщина, потому что ты рожала дома. Да. А представь себе, люди занимаются духовными практиками. Люди хотят познать себя, познать свои скрытые возможности, скрытые зеркала. И вот они попадают в такой роддом. И они становятся обыкновенным мясом, с которым делают все, что угодно. Так вот, зачем эти техники нужны? Для того, чтобы поднять этот материал и осознанно, уже в осознанном возрасте, с ним разобраться и расставить все по полочкам. Я не думаю, что так легко можно освободиться от этого материала. Взять его и отсечь. Все, проблемы нет. Нет, проблема остается, но ее можно уже осознавать, с ней можно работать, и ее можно потихонечку разобрать и навести порядок.
То есть на ваших семинарах, насколько я понимаю, человеку дается шанс заново родиться, заново стать ребенком и на новом уровне переиграть те негативные события, которые имели место быть. Совершенно верно. И то, что нас бессознательно пугало, при осознании того же самого материала мы прокручиваем, скажем, еще раз пленку, это, да, старый фильм. И то, от чего мы раньше боялись и тряслись бессознательно, теперь нас уже не пугает. Мы это осознали, мы это прошли, мы это уже знаем, это мы уже проходили. Да, когда это... я иду по дороге и знаю, что есть яма, у меня есть возможность как минимум из нее выбраться, если я все-таки туда попадаю. Совершенно. И как максимум, ага, вот эта яма, да, я там был. Да. Сегодня, именно сегодня я делаю выбор и обхожу ее стороной. Совершенно верно. Вот для этого и нужны все эти жуткие... ну, не жуткие, но страшные семинары, такие страшные техники. Да, чувство боли, чувство страха на самом деле удивительный механизм, который работает в человеческом теле, потому что именно боль побуждает двигаться дальше и предпринимать усилия для движения, для освобождения, для развития. В том-то и дело, что в человеке заложено огромное количество духовного потенциала, беспредельных возможностей, вплоть до того, что человек может летать в конечном итоге. Может, как птица. Есть такая программа в человеке. Человек — это действительно венец эволюции. И все, что может живое, животный мир, там кто-то летает, кто-то ползает, кто-то плавает, все это есть в человеке. А мы сидим и не развиваем эти способности, сидим и боимся, и ходим со своими болячками. Так вот, для того, чтобы развить этот духовный потенциал, для того, чтобы усовершенствовать дух свой, вот для этого нужно пройти через эти врата, через врата ада. Потому что вот эти проблемы, которые встают, и прежде всего проблемы собственного рождения, они мешают нам как раз расправить те самые духовные крылья. И если мы с этим материалом разберемся, тогда речь идет уже о раскрытии духовного потенциала, о том, о появлении новой формации людей, которая называется гомо спиритус, человек духовный, потому что мы уже все разумные, и горе от разума, от ума, все мы такие умные, а проблемы не решены. Поэтому это не секрет, что наступает новая эпоха, на которую все очень сильно надеются, и особенно движение, холистические движения, вот, они все говорят об этом хором, что наступает эпоха гомо-спиритус, она пришла уже здесь, поэтому надо к ней подготовиться. Да, я уверяю вас, пройдя подготовку в Центре родительской культуры «Аква», вы обречены на успех и счастье. Сергей, я имела счастье наблюдать женщин, божественных, удивительных, полных любви и добра после твоих семинаров. Я видела мужчин, которые в течение быстрого времени становились удивительно уверенными, красивыми, мужественными. Мне кажется, они становились высокими после твоих семинаров. Ты там колдуешь, что ты там делаешь? Расскажи нам. Вы знаете, свободное дыхание – это удивительная техника. Вообще слова «свободное дыхание» можно понимать двояко и в прямом смысле. Освобожденное дыхание человека приносит ему здоровье и физическое, и психическое, радость, ощущение наполненности энергией, уверенности в себе. Но в то же время свободное дыхание – это больше, чем чисто вот физиологическое дыхание. Это метафора всей жизни человека. Когда человек раскрывает ресурсы внутри себя, раскрывает свой творческий потенциал, обретает уверенность и силу в контакте личного и социального и трансперсонального, то в этот момент он действительно начинает идти по жизни веселый, радостный, открытый, красивый. И все это достаточно легко. Мы не были такими раньше или не делали этого раньше. Не потому, что это трудно, а просто потому, что на многие вещи мы не обращали внимания или они не были возможны. На семинарах
мы ведем очень глубокую работу с личностью человека, давая человеку возможность уйти от своих страхов, преодолеть те препятствия, которые стояли перед ним в прошлом. Мы используем для этого очень много техник. И работу с дыханием, и работу с движением, и работу с творчеством, и различные медитативные техники. Причем особенностью свободного дыхания является то, что очень многие результаты его хорошо научно документированы. В нашей области защищено несколько диссертаций, и мы работаем в постоянном контакте с профессиональными медиками, с психологами, с психотерапевтами, психиатрами. Но наша основная цель – это работа с здоровыми людьми, которые хотят раскрыть свой потенциал еще больше. Первый шаг на пути к счастью – это вера в собственные силы, вера в себя. Идите вперед, и вы не сможете потерпеть неудачу. А вехи на вашем пути мы будем расставлять в наших передачах. До новых встреч!